Фирма GameTech представляет аркадную игру «Карантин». А все началось с того, что город Кема стал одним из самых процветающих городов в мире. А как известно, процветание не избавляет от преступности. Причем уровень преступности в Кема стал настолько высоким, что превратился в эпидемию насилия и жестокости. С помощью корпорации Omnicorp город Кема решили изолировать от окружающего мира высокой стеной. Так некогда процветавший мегаполис превратился в город-тюрьму. Обитатели города решили испробовать новое лекарство, которое должно было нейтрализовать различные агрессивные мысли. Но при смешивании с водой лекарство принесло обратные результаты. Более половины жителей Кема стали еще более агрессивными, просто маньяками. Итак, на дворе 2047 год. Вы исполняете роль таксиста. В ваши обязанности входит не только развозить пассажиров, но и охранять их жизнь. Для этого у вас имеется оружие. Ваша машина оборудована компасом, радаром и системой наведения, позволяющей определить местонахождение, кратчайший маршрут до места высадки пассажира и так далее. Вы управляете такси с помощью клавиш управления курсором. Машина может перепрыгивать препятствия. Это клавиша Z. Для того, чтобы посмотреть в боковые окна, нажмите клавиши F1 или F3. Чтобы свериться с картой, нажмите клавишу M. Есть даже клавиша E для экстренной высадки пассажира. Ею вы пользуетесь в случае, если предложенная пассажирам цена вас не устраивает. Ну, в общем, все как в настоящей жизни. В славном городке Кема невозможно прожить без оружия. Вы стреляете по целям с помощью клавиши «Пробел». На заработанные деньги можно прикупить еще оружие, а также укрепить кузов машины с помощью стальных и пластиковых панелей. Нет, ну конечно, это не спасет вас от всех опасных ситуаций, но поможет продержаться на темных улицах Кема какое-то время. А там кто знает. И помните, что ваша задача — развозить пассажиров и охранять их жизнь. Поэтому старайтесь не ввязываться в конфликты, остерегайтесь бомб и ракет, а также следите за состоянием своей машины. Желаем вам продержаться за рулем как можно дольше. Игра «Карантин» объединяет в себе лучшие элементы аркадных игр от первого лица и спортивных имитаторов. Есть в ней и элементы стратегических игр, поэтому мы надеемся, что эта игра найдет своих поклонников. Для этой игры требуется процессор 286 Виши, 4 МБ памяти, Sound Blaster и привод CD-ROM. Дополнительный